Полезный город. Добрый день, у микрофона Ольга Болезина. Сегодня у нас в гостях большое количество представителей сферы ЖКХ. И говорить мы будем о том, что является новым и полезным. Есть первый в Кирове опыт по созданию спецсчета, но не связанную с капремонтом, но помогающего людям контролировать свои расходы, скажем так. Приветствую гостей, депутата законодательного собрания, старший по дому Михаил Ковязин. Добрый день. Эксперт общественной палаты Кировской области Игорь Кучнев. Добрый день. Здравствуйте. Директор управляющей компании «Кипре» Дмитрий Бояров. Добрый день. И председатель совета дома первопроходцы Северосадовая 1А Егор Попырин. Добрый день. Мы часто в нашем эфире разговариваем про спецсчета, хотя не очень популярная, не распространенная, скажем так, еще практика в Кирове, как я понимаю. Но они все про капремонт, а здесь другая история. А логика примерно та же самая, когда люди получают больше контроля над своими собственными деньгами и имеют возможность сами контролировать, что происходит с домом. Что такое спецсчет для текущего ремонта, да, чем он отличается, и какие-то законодательные основы? Ну, в принципе, такие возможности. Возможности есть и всегда. У нас в первую очередь все решает собственник. Ну, как бы собранием, как они это выберут. Законодательство позволяет иметь спецсчета. Это в первую очередь было сделано на капремонту, соответственно, это то же самое. Собственники с собранием могут выбрать спецсчет дома, что позволит более ясно и четко контролировать денежные средства, ввиду того, что все равно все собственники считают и предполагают, что их деньги расходуются нецелесообразно или не так качественно, как бы им хотелось. Я так думаю, что, наверное, представители дома расскажут, почему они на это решились и почему они решили пойти этим путем. Так, ну, давайте. Егор, расскажите вообще, большой ли у вас дом, сложно ли, вот, что за шаги у вас были? Ну, ситуация у нас на доме очень простая для нашего города, да, у нас типовая пятиэтажка, четырехподъездная, дом небольшой. Мы долгое время были в одной из компаний города, то есть копили деньги на текущий ремонт. По факту, ну, были сделаны в основном только аварийные работы. После этого управляющая компания обанкротилась, и, соответственно, те денежные средства, которые у нас были накоплены, да, там, по последнему отчету было порядка 80 тысяч, они, собственно, ну, по данной управляющей компании были израсходованы в последний период, в период банкротства и так далее. Поэтому вот у нас возникл вопрос, как же нам накопить? То есть, когда, скажем, дом большая девятиэтажка, им просто, то есть, им хотя бы примерно понятно, за счет чего они могут накопить. Когда дом небольшой, мы можем поднять именно на текущий ремонт, но деньги в каком объеме будут копиться, нам не совсем понятно. Здесь же вот при открытии специального счета именно дома, когда мы видим конкретно в банке, сколько копится денег, сколько мы можем тратить и в каких объемах, мы уже именно дошли до этой мысли, чтобы мы могли их расходовать. То есть мы сделали тариф 3 рубля на с квадрата на текущий ремонт, соответственно, мы понимаем, какая цифра у нас получается. С учетом тех денег, которые мы собрали, мы посмотрели, по итогам там, квартала мы начали делать работу. Все, здесь все просто. А расскажите, кто у вас такой, я не знаю, просвещенный, подкованный по части ЖКХ? Может быть, у вас там, я не знаю, суперактив дома, которые спецсчеты пока по ремонту имеют и там, не знаю, в ППМИ каких-то участвуют, потому что, ну, чаще всего никому не интересно заниматься вопросами ЖКХ, денег и пытаться еще отстаивать какие-то свои, да, права. Действительно, есть такая ситуация у нас на доме, да? Даже когда проводим собрание, это как на большинстве домов, да, выходит, ну, человек 15 от силы, да, то есть из там, большинства квартир, то есть, да, то есть обычно в домах такого рода 80 квартир у нас немножко меньше, то есть у нас даже 48 квартир, и то выходит максимум человек 15. В основном выходит один подъезд, остальные, в принципе, им без разницы. То есть мы открывали спецсчет на капремонт, люди, да, все хотят получать работы, все хотят получать результат, но заниматься никто не хочет. Поэтому вот когда этот вопрос у нас возник совместно, да, с управляющей компанией,
Лично я начал этим заниматься, потому что опыт уже и открытие спецсчета пока по ремонту есть, да, и участие в различных программах и так далее. Поэтому вот именно при энтузиазме, да, там и поддержке еще пару человек из совета дома, мы провели собрание, пригласили как раз управляющую компанию, они нас поддержали в этом направлении. И исходя из этого, дальше уже начали двигаться. Ольга, можно немножко поправить? Да, Егор, он очень активный, ну, ввиду общественного... Палата, туда очень много обращений, и хочется понять, чтобы как людям легче жить. Мы нашли вот такую систему, что можно спецсчет МКД сделать. Я обратился к Михаилу. А есть опыт других регионов? Да, в других регионах есть. Есть, я Михаилу скинул ссылку, он посмотрел и сказал, что это интересно, это возможно, поддержал эту идею и сказал, давайте попробуем. Мы обратились в молодую компанию Кипрей, которая вот молодой директор, который еще, как сказать, не стал работать... Не закостенел. Не закостенел, да, в ЖКХ. Еще открыт новому. Ну, он молодой, перспективный, в ЖКХ не работал, ему нравятся идеи, он хочет расти, хочет как бы делать, и вот он нашел дом, они проголосовали, и мы решили это озвучить. Ну, Михаил там поддержал эту идею, как депутат, как он работает в системе, ну, как контролирует систему ЖКХ, и понимает, что это надо делать. Там, ну, смотрите, история какая. То есть, вот, на самом деле, большинство обращений, которые ко мне идут с точки зрения ЖКХ, это вопросы о том, что для людей много что непонятно, или то, что делается, не совсем то, что им хотелось бы. Ну, так, условно. То есть, по сути дела, люди говорят, мы платим деньги, а не видим, что делается, или делается то, что мы, в принципе, не заказывали. Или происходит это как-то уже по факту, когда мы 31 декабря узнаем, что, оказывается, в ноябре месяце нам за счет текущего ремонта отремонтировали вот этот элемент. То есть, по сути дела, сейчас действующая система, повторюсь, я не говорю, что так делают все управляющие компании, но с учетом жалоб так действуют многие. Но это на чудеса какие-то похоже, что там хоп, в доме произошло. Ну, мы сейчас не говорим ситуацию, когда вообще управляющие компании не делают. Мы сейчас говорим, это вообще, это мы отдельные стороны. Я сейчас говорю о том, что эта система как раз, я вот даже пример приведу. Вот в чем прелесть спецсчета по капремонту? Это прозрачность. И это первое, второе, это управляемость. То есть жильцы видят, как накапливаются средства, и они управляют, что конкретно делать. Вот то же самое с текущим ремонтом. Жильцы в этой системе будут видеть, что эти средства у них есть, они копятся каждый месяц. Это их точно мотивирует, потому что практика показывает, что когда, опять же, жильцы, дома переходят на спецсчет по капремонту, собираемость точно вырастает. Я могу сказать, за свой дом у нас она точно выросла. После первых работ она выросла еще раз. И я здесь с точки зрения жителей вижу, что первое – это прозрачность, второе – это управляемость, потому что управляющая компания уже не может без ведома жильцов тратить какие-то там средства, не согласовав собственники, вот так бы я бы сказал. И эта проблема, она действительно стоит очень остро, потому что жильцы недовольны. Я сейчас говорю про тех жильцов, которые обращаются. Обращаются, безусловно, активно. Там, мы про это говорим, что необходимо для них дать инструмент управления своим имуществом. И я считаю, что мое мнение, что спецсчет по текущему ремонту, он такой инструмент будет достаточно эффективный. А скажите, вот сейчас мы будем разбираться глубоко с этим спецсчетом. Есть примеры, вот прям пример, когда управляющая компания взяла и сделала то, что людям не надо было? Да, есть. Расскажите. Ну, вот история следующая. Значит, прошлая зима, ко мне обращается там старший по дому одного из моих домов в моем округе. Он говорит, Михаил, подскажите, что сделать? Там мы получили отчет от управляющей компании, увидели, что они нам сделала ремонт козырька над подъездом. И на мой вопрос, повторюсь, это обратился старший по дому. Там официально избранное собрание. Значит, он говорит, ну, вроде бы, почему козырек? Он был так плох, мы вообще же с вами договорились, что начнем там делать другие работы. Управляющая компания сказала, я лучше вас знаю, что вам нужно сделать. Я видела, что козырек находится в аварийном состоянии, поэтому спасибо, скажите, что эти деньги там не себе в карман положила, ну, условно говорю, а потратила. Вот и вот. Повторюсь, я сейчас ситуацию, когда компания отработала, но не так, как хотелось бы жителям. И, естественно, он говорит, что мне нужно сделать. И вот на тот момент времени правовым основам мы не нашли, что это нарушение, потому что, повторюсь, по документам козырек сделан. Там, да, в доме
доме не было согласовано и протоколировано плана текущего ремонта. И, по сути дела, управляющая компания ничего на тот момент времени ничего не нарушила. То есть мы сейчас говорим даже про ту ситуацию, когда управляющая что-то делает. Там, да? Мы не говорим сейчас про другие истории, когда, например, мы переходил наш дом уже конкретно от одной управляющей компании, и в период моратория, вот 3 месяца, когда мы переходили, управляющая компания истратила на текущий ремонт по бумагам, повторюсь, там, и ГЖИ даже не смогла найти нарушения, там, они истратили за 3 месяца столько же, сколько до этого не могли истратить за год, ну, понимаете, то есть, если захотеть, то на бумагах можно истратить все, что угодно, и у нас в доме деньги были, перешли в другую управляющую компанию с нулем. Это вот факт из моего опыта, из моего дома. Повторюсь, по документам все работы были проведены. Сейчас закон не требует при актах выполненных работ подписи собственника. Такая вот, это как бы не является обязательным. Поэтому, по сути дела, те работы, которые прошли по бумагам, ну, то есть даже ГЖИ не нашло нарушений, потому что они говорят, по бумагам все четко. Прекрасно. Так. Давайте говорить про то, как мы будем защищать наши деньги. Дмитрий, вот давайте да. разберем, что такое вообще этот спецсчет, кому он принадлежит, да, где человек, который заведует этими деньгами, как управляющая компания отдала часть своих денег жильцам. Почему отдала? Сначала же мы их принимаем, эти деньги-то. В общем, тут спецсчет-то какой? Во-первых, он как бы, естественно, он им будет отображен, виден, собственником этого дома, да. И это счет в банке открывается? Да, да, да. На спецсчет, который будет открыт. На юрлицо, на МКД. На многоквартирный дом, да. А это как оформляется? Это есть алгоритм точно такой же, как спецсчет на капремонт. На капремонт, да. То есть проводится собрание собственников, 2/3, они принимают решение, кто управляет счетом, где открывают. Ну, то есть, по сути дела, процедура понятна по, как раз, такая же процедура, как по капремонту. Угу. Точно так же, да, как по капремонту. Точно также распоряжаться будут собственники этого дома спецсчетом. Ну, то бишь, если что-то захотели они отремонтировать, они видят, сколько денежек находится на спецсчете, и вот решили, мы будем делать, ну, допустим, проводят собрание. Проводят собрание, да. Что очень важно. Да, проводят собрание, в котором там решают, что действительно надо это, допустим, там крыльцо отремонтировать или в подвале там что-то там, трубу, допустим, отремонтировать. И, в общем, собранием решают, что да, у нас деньги есть на спецсчете на ремонт, допустим, этой трубы, мы ее ремонтируем в рамках вот текущего ремонта. Деньги, которые на спецсчете находятся. Здесь можно перебью? Здесь чем интересно еще, что мы самый факт, ну, забываем, да? Тут, чтобы заработать управляющая компания, ну, на текущем ремонте, да, она должна проявлять активность. Активность, что вот у вас есть деньги, ребят, давайте проведем собрание. Что, где она зарабатывает-то? Нет, понимаете, оно же управление, да, так. Она ищет потом подрядчиков, ну, как бы, она, что такое управляющая компания? Это управленец, да, и, соответственно, чтобы ваши деньги потратить, ну, правильно, я должен с вами идти на диалог, на разговор и вас убедить, что вот это нужно делать, или вы говорите, это нужно делать. Вот в чем вопрос. Будет более такой конструктивный диалог, чем, например, будут жаловаться в ВЗС. Мы хотели отремонтировать, скажем, балконы, а нам отремонтировали козырьки. Крыльцо, да. Но мы же понимаем, когда нет контроля денег, ну, собственников, да, что управляющая компания сделает то, что им проще. Ну, возможно. Ну, и опять же, не стоит переживать, что эти деньги будут мертвым грузом, потому что... Всегда есть что сделать. Смотрите, там история же очень простая. И опять же, на примере фонда капремонта. Значит, дома, которые перешли на спецсчет по капремонту, как правило, более активно эти деньги используют. То есть, если мы в фонде капремонта видим многомиллиардные суммы не освоены, то возьмите любой дом, то, как правило, каждый год они проводят какие-то работы по фонду капремонта. То есть, дом точно не заинтересован деньги просто аккумулировать, он их хочет, естественно, эффективно тратить. Но здесь получается, ну, просто настолько прозрачная система, что вот есть деньги, там, давайте, жители, мы обсудим, что... То есть управляющая компания, повторюсь, мы сейчас говорим в рамках именно текущего ремонта, они не может без согласия жильцов, и это вот очень важно, их потратить, даже если очень-очень захочет. Она должна выйти с инициативы к собственникам, давайте проведем собрание, мы считаем, как эксперты, как управляющая компания, что вам им необходимо вот потратить таким-то образом, собственники должны с этим согласиться, проголосовать, повторюсь, это не просто большинство голосов,
голосов, это две трети, это предстоит хорошая работа для того, чтобы собственники увидели эту необходимость. И управляющую компанию. Конечно. И самое, чем интересно, почему капремонт тормозит, потому что он должен соблюдать федеральный закон. Мы-то теперь еще про сметы знаем, что есть лимиты. А соответственно, вы уже в курсе в это, да, есть проблема. Соответственно, когда спецсчет уходит в дом от торгов, согласно федерального закона, он сам выбирает, сам утверждает сметы, и он проверяет. И свобода гораздо больше. Свобода действий не ограничена законодательством, вот и все. Так, давайте к техническим еще процедурам. Эти деньги, которые на счет, открытый домом, переводятся, они уходят из... Как понять, какую часть из этой суммы, которую мы платили управляющей компании, будет теперь направляться туда? Тут есть какие-то нормы? У нас есть, в платежках, да, как мы разговаривали, то у нас есть на текущий ремонт, сумма, которая выделяется на текущий ремонт, допустим, рубль, с квадратного метра. Есть норматив какой-то, где это? Или все сами решают? Норматива нет, все решают сами. Да. Вопрос, в чем встает? Здесь управляющая компания должна более, прозрачно быть и сказать, сколько уйдет на содержание самой управляющей компании, сколько на уборку, сколько на дворника, и аварийную. И содержание... Тариф есть. Угу. Тариф, остальное который... текущий ремонт текущий остается, ремонт. Рубль. Четыре такие основные казалось. Почему? Потому что она более открыто скажет, рубль 50, да? И вам... А у вас на текущий ремонт, условно говоря, 3 рубля, да? И я не буду потом писать, что я купил столько-то химии или купил столько-то тряпок, чтобы закрыть те моменты, которые я потратил не по назначению, или нецелесообразно потратил. Всякое бывает в жизни. Вот в чем вопрос-то. Управляющая компания становится как агентом, и она может взять те деньги, которые ей разрешат собственники. Больше она взять этих денег не может. И, соответственно, ей тоже надо будет искать какие-то новые методы или как-то оптимизацию делать, чтобы в эти деньги вписываться. Угу. Вот в чем вопрос. То есть не только прозрачные деньги, плюс у нее еще меньше возможностей лавировать, туда-сюда перекидывать, из статьи в статью. Это такая отдельная копилка для расходов на текущий ремонт. А что вообще подразумевается? Какие работы мы можем на эти деньги делать? Все работы, связанные с домом, фасадом, что-то дома, что-то с ремонтом. Все в рамках тех денег, которые будут находиться на этом спецсчете. У нас регламент же прописан, что входит в текущий ремонт, до 30% крыши, подъезды, раз в 5 лет, еще что-то, понимание есть. Здесь же о чем и говорится, что уже практика есть в Свердловске, в Кирове это делают, если меняется входная группа, то квартиры дорожают в этом доме от 15 до 20%, и здесь собственники тоже поймут, или ты хочешь заходить в красивый подъезд, или железная дверь, которая дык-дык-дык. У меня возле дома сейчас ставится шлагбаум, и все тоже ходят и говорят, что твоя квартира дорожает этого. Она вот так и дорожает, в принципе, это, мы же хотим... Люди шлеют медленнее. Вот вопрос-то в чем. В первую-то очередь мы о чем говорим? Это сохранение денег, проще управлять, активнее будет управляющая компания. Это тогда обращаться, депутатам власти, чтобы они помогали, и раскрывать вот тут, Вообще, конечно, тематика с тем, что это просто... темень и какая-то пропасть, куда уходят деньги в управляющей компании, прекратится. Да, уже, смотрите, наверное. Здесь же даже если говорить про систему работы с управляющими компаниями, я очень часто слышу, что в Кирове управляющие компании много, там их нужно сделать искусственно меньше. То есть, я считаю, что сейчас мы находимся, возможно, на очередном новом этапе, когда если жильцы это увидят, почувствуют, повторюсь, в каждом доме, на мой взгляд, есть их всегда
к сожалению, меньшинство, но есть активные жители, они, если увидят как инструмент, то автоматически, на мой взгляд, те управляющие компании, которые сейчас этот инструмент будут использовать, я сейчас говорю про спецсчет по текущему ремонту, то покажут свою эффективность, то автоматически рынок на это отреагирует. И управляющие компании, которые по-прежнему будут вольно или невольно держать людей в неведении, когда люди приходят и говорят, расскажите, сколько у нас денег. Они говорят, раз в год расскажем. Ну, к сожалению, по закону так можно. Они говорят, раз в год расскажем. Дождитесь марта месяца, все вам расскажем, по копеечке разложим, на что потратили деньги. Здесь дом диктует условия, потому что деньги у него. Безусловно, с управляющей компанией не договорились про какие-то ежемесячные транши там, на управление дома, на уборщицу, там, на содержание мест, там, на дворника и так далее. Но в целом дом видит эту картину. То есть, более того, там, даже смена управляющей компании, что в принципе, я не особо приветствую делать это системно, но иногда так, к сожалению, рынок вынуждает, тем более, повторюсь, 100 управляющих компаний, а мы понимаем, что через какое-то время их будет меньше, он происходит очень быстро. Люди не потеряют деньги, потому что вторая причина, люди говорят, мы ушли от управляющей компании, ушли с нулем, там, ну, опять же, на примере моего дома и так далее. То есть здесь управляющая компания не может взять без согласия жильцов эти деньги, кроме тех, о которых, повторюсь, про ежемесячные затраты, которые они договорились. В итоге дом переходит с хорошей суммой, то есть которую он себе накопил. Он переходит в другую управляющую компанию, переходит в ТСЖ. Там. То есть, по сути дела, у нее нет этой истории, когда раз, и в один прекрасный момент деньги исчезли. Потому что ведь почему мы сейчас активно перешли все на прямые договора? Ну, точнее, переходим, хотя я считаю, что процесс почти уже завершился, потому что было очень много историй, когда деньги там, за горячую воду, за воду, за электричество, они где-то оседали внутри управляющей компании. Там, да? И потом они банкротились, и вот происходила история там, со вторыми квитанциями там, и просто. Прочее. То есть здесь все прозрачно. Да, управляющая компания вынуждена будет в более жестких условиях работать. То есть она не может уже рассчитывать на деньги по текущему ремонту для того, чтобы поправить свой какой-то баланс. Не только свой, но и другого дома. Или штрафы заплатить какие-нибудь. Или штрафы, абсолютно, кстати, верно. Потому что жильцы иногда говорят, мы боимся жаловаться в ГЖИ, потому что придет штраф, а мы все понимаем, что этот штраф за счет нас какими-то манипуляциями, опять же, там, дополнительными расходными операциями, которые сложно проверить, там, потому что по бумагам все будет честно, то есть сделают еще одну деретизацию в подвале. Почему ее сделают? Ну, повторюсь, потому что вроде бы так можно, нигде же не записано, допустим, там, что то ли не чаще, чем там, в такой-то период. И все, и деньги вроде бы как бы есть, и их уже как бы нет. Еще, знаете, в чем вопрос интересный? Есть дома-доноры, есть дома-недоноры, ну, которые плохо собирают. И, соответственно, предписание есть, там, прокуратура, ГЖИ, да, и деньги берут с дома-донора и тратят на этот дом. Но когда есть спецсчет, то можно написать в прокуратуру и в ГЖИ, извините, вот у нас протокол, что мы должны делать, но вот у нас счет, там ноль денег. Откуда брать деньги? Мы не можем, я почему сказал, что ГЖИ четко сказала прокуратура, что деньги на текущий ремонт – это целевые деньги, ну, как деньги ресурсников, их тратить больше никуда нельзя. А если их нет, то людям, говорим, люди, вы думаете, что хотите, ну, вы же хозяева своего дома. Вот в чем вопрос. И тогда управляющая компания вынуждена будет, если это штраф на нее, вынуждена будет платить только из собственных средств, потому что все остальное будет и неоткуда будут их взять, понимаете? То есть, потому что регулярные платежи, все, их больше нельзя сделать, и они, как правило, фиксированы и четко просчитаны, а текущий ремонт, его нельзя будет за все. То есть, ну, они вынуждены будут из кармана директора платить свои штрафы. А сейчас у них есть такая подушка в виде непонятности тотальной. В виде непонятности. Вот в виде непрозрачности о том, что, к сожалению, по документам можно сделать все, что угодно, и минуя собственников. И просто по факту им потом сказать, вы что ли не знали, а мы, например, там, в подвале вам там такой классный ремонт сделали, там, мусор вывезли там на 50 тысяч рублей. Как вы это докажете? Если по документам все есть, номинально так можно. Я сейчас условно говорю про подвалы, про мусор и по стоимости. То есть вот в чем как бы дырка сейчас есть, которая этой системой, я думаю, что получится с точки зрения собственников, я сейчас в большей степени говорю с позиции собственников, закрыть. То есть все, я вижу, что здесь я защищен как собственник дома, как представитель собственника дома, и эти деньги останутся у меня в доме. Угу. Вопрос Егору Дмитрию. Расскажите, вот как вы эту свою дырку затыкали и решали проблемы, когда вы приняли это решение, что вы к настоящему моменту уже хорошего имеете благодаря тому, что вы решили свои деньги вот вывести на спецсчет и окрасить таким образом? Ну, вот смотрите, то есть я, как уже ранее сказал, то есть у нас дом небольшой, поэтому для того, чтобы эффективность работы видна была, нам нужно считать свои деньги.
при этом случае мы их можем считать. Вот как раз уже, как говорилось, да, то есть вот эти же все штрафы, эти же какие-то непонятки в работе управляющей компании мы сейчас видим. Да, и вот как раз, когда нам, собственно, предложили вот такой вариант, мы собрались узким кругом дома и обсудили этот вопрос. И мы поняли, что, в принципе, это единственный вариант, доступный для нашего дома. Потому что, еще раз повторюсь, что дом небольшой, собираемость, в принципе, да, то есть мы в год собираем, ну, может быть, там, порядка 80 тысяч на текущий ремонт. Да, мы можем сказать управляющей компании, давайте поднимем тариф, да, там, на 2, на 3, на 4 рубля. Но вероятность того, что вот эти все деньги пойдут на текущий ремонт, здесь непонятно. А в этом случае мы понимаем, что если мы, например, сейчас собираем 80 там, тысяч в год, предположим, мы подняли на 4 рубля, да, это будет тариф больше, но мы эти 4 рубля пойдет на текущий ремонт. Сейчас уже то есть мы понимаем по платежам населения, кто у нас там, скажем, злостный неплательщик и так далее. И уже когда общаюсь с жителями, да, вот мне как представителю дома, часто жители задают вопрос, а почему, то есть именно эта управляющая компания, что она делает и так далее. Потому что жители же привыкли как? Им неинтересно идти в управляющую компанию, да, им интересно спросить того, кто рядом. Соответственно, спрашивают у председателя. Понятно, что председатель бежит в управляющую компанию и говорит, сделайте вот это, вот это, вот это. Какие-то управляющие компании реагируют, какие-то говорят, что так у вас денег нет. А здесь мы видим, деньги есть, вот я, соответственно, любой же бабушке могу сказать, вот смотрите, вот у нас такая цифра есть, мы на нее давайте сделаем вот это. И все, то есть мы собрались и сделали. Как уже и ранее говорилось, да, то есть у нас точно так же были примеры, когда в нашем доме управляющая компания делала те работы, которые мы не просили. Но факт, то есть вот они нас сделали на одном подъезде крыльцо, мягко говоря, ужасно сделали, но не суть, суть не в этом, в том, что они говорят, оно было аварийное, мы должны были сделать. Хоть мы этого не считаем, но не сделали. Да? Мы, например, хотели бы сделать подъезд, потому что считаем, что он нужен, а они сделали так. В этом же случае, вот уже у нас есть договоренность с управляющей компанией, да, о проведении определенных работ. То есть у нас сейчас в данный момент сделали порядка 40 метров труб по подвалу, заменили по отоплению, да, то есть именно в рамках текущего ремонта. Сейчас мы планируем дальше капитальный ремонт заменить. Но мы уже видим эти работы, то есть начинают делать циркуляцию по отоплению, то есть именно вот эти работы, да, то есть пока еще, пусть мы в стадии там условного перехода, но мы уже видим этот эффект. То есть мы примерно начали считать эту цифру. А недавно, то есть получается, ну, да, это да, как, да, на сколько месяцев примерно вы так считаете? Как таковой, то есть переход, мы сейчас, так скажем, находимся в стадии перехода на спецсчет, вот этот вот, в стадии перехода, пока мы еще только открываем, то есть провели недавно собрание, вот нам не так давно эту идею предложили, мы, соответственно, жителями долго это обсуждали, потому что, ну, все новое, людей пугают, люди не понимают, но когда им начинаешь объяснять постепенно, да, то есть при поддержке как раз управляющей компании, да, общественная палата, то есть мы вот именно начали людям объяснять и начали понимать, что все-таки деньги с вина считать. Сейчас говорю, что если дом большой, да, им и управлять, и руководить легко. Когда ну, он... собрать собрание, собрать я не собрание... уверена, что ну, это просто. Я так скажу, не сложнее, чем на маленьком собрании. Как собирались люди, столько все равно и придут на другое. Нет, вопрос, в чем вопрос встает, когда люди видят, как сказал Егор, что деньги правильно тратятся, они выходят. Понимаете, всем все равно, когда не тратятся, да, вот сейчас Михаилом вопрос задал, что и управляющая компания должна будет потом смотреть, что будут делать по дому по капремонту, чтобы не перехлестывать работой. Понимаете, так вот мне все равно пришли, сказали крышу ремонтировать, ремонтирую крышу, а завтра пришел капремонт и делает эту же крышу. Угу. Понимаете, в чем вопрос? И это получается, что будет какой-то план. Ну, работы уже. Вы, как собственник, скажите, управляющая компания, почему ты не смотрел, что у нас пока ремонт идет? Хотя же там все прописано. Графики, что будут подвалы делать или еще что-то, да? А мы начали деньги в подвал вбивать. Потом пришел капремонт, и все это снова ломают. Ну, снова ну да, вообще практика же показывает, когда ты даже рубль хоть на что-то дал, ты уже следишь, что там с этим происходит. Куда это руль пошел? Да, а Дмитрий Бояров, директор управляющей компании «Кипрей», хочу вас спросить, стало ли вам сложнее с этим домом? Каких у вас задач прибавилось? Понял, понял. Как раз, кстати, хотел сказать, что нет, наоборот, стало легче, проще, потому что, вот, допустим, даже... Ну, не каждый, как вот недавно вспоминали вот момент, что прибегает, а зачем вы потратили деньги туда, а не вот туда. Естественно, сейчас жильцы сами будут уже решать, что вот у нас есть деньги, мы хотим потратить именно вот на циркуляцию, да, вот, а не куда-то там еще там на ремонт какой-нибудь там крыши тоже, кусочка крыши или там еще что-то. Естественно, стало проще. И уже получается, что они решили,
утвердили на собрании, и работы уже ведутся именно потому, что жильцы сами захотели. И уже, скажем так, у управляющей компании стало проще, допустим, ну, как нам стало проще, что не будем мы отчитываться за то, что все-таки мы это сделали, ну, то есть мы это решили сделать. Вот, это уже как бы решение собственников. Нет, ну, я смотрю только в этом плюсы в основном. Угу. Вижу. А то, что вот эти вот деньги... Ну, ушли, скажем так, вообще-то, да? Вообще-то, если честно сказать, мы как бы... Это есть управляющие компании, которые, да, распоряжаются, допустим, там, ну да, есть деньги на этом доме, как есть, да, как вот Игорь говорил, что есть дома-доноры, есть как бы дома, на которых надо только вкладывать в основном. Не, почему? Проще, конечно же, вот кому-то, может быть, это и хуже будет какой-то управляющей компании, потому что они не смогут так перекидывать туда-сюда денег. Ну, я считаю, что нет, нам это проще потом... Ну, в том плане, что за них же все равно нужно будет отчитаться как бы рано или поздно, да, вот. А настанет такой момент, что на этом доме, ну, понадобятся эти деньги вот сейчас и сегодня, или там завтра срочно, и все. И что, итог-то получается какой? Брать откуда-то с другого, получается, дома, опять так же перетягивать, и это до бесконечности будет перетягиваться. Вот. И если денег, вот если открываешь этот спецсчет, да, а денег не будет хватать на этом доме, ну, естественно, уже тогда жильцы уже сами будут думать, и ответственные, может, к этому подходить, что будут деньги более вносить, как бы, скажем так. А можно ли туда кредиты брать? Алгоритм позволяет брать кредиты, да, но смотрите, в чем вопрос. Любой банк, как я, наверное, не знаю, Михаил в свое время в банке работает, сейчас не работает. Работает, да. Да, что, смотрите, если он видит, что на спецсчете остаются там, ну, 60 тысяч там каждый месяц, да, то есть алгоритм банка, который он может дать под ну, какую-то сумму, понимая, что эти деньги он соберет. Каждому же, кто дает кредит, ему надо понять, что он на этом заработает, и у него проблем не будет забрать эти деньги. Вот то есть в теории это возможно, потому что практика, опять же, не скажу про Кировскую область, но в целом по России практику получения кредита под капремонт есть. Вот, как раз как там, когда жильцы с точки зрения спецсчета не могут собрать средства, это в основном как раз для них и использовано, потому что нет же общего котла там многобиллиардного. То есть, условно, денег не хватает, то есть определенные там финансовые фонды, там, и в том числе банки, то есть эта процедура не такая, может быть, простая, но она есть в рамках закона, когда дом можно взять кредит и потом также рассчитываться. Можно, например, там более правильный, наверное, путь, это с точки зрения, опять же, прозрачности, людей убедить, что нужно увеличить стоимость там сборов, то есть потому что, ведь вопрос там, какой идеальный тариф, его не существует, потому что какому-то дому 12 рублей достаточно, а кому-то и 30 не хватает, с точки зрения запросов, состояния дома и так далее. Поэтому когда, при этом как раз в основном это касается текущего ремонта, потому что мы все понимаем, что в новом доме, который построился там 2-3 года назад, затраты по текущему ремонту там одни, дому, которым там уже 40-50 лет, это совершенно другая статья затрат, следовательно, и тариф другой. Но объяснять эту составляющую будет проще, потому что мы говорим, да, там, вот в том соседнем доме там тариф 20 рублей, там, сам, иногда я слышу жалобы, а у нас там 23, почему? Я говорю, ну, а сколько у того дома на текущий ремонт, сколько на управление, а сколько у вашего. И люди не знают эту информацию, поэтому у них ощущение, что их где-то обманывают. А вот в этой системе, когда все вынуждены управляющие компании показать абсолютную прозрачность, они говорят, а, так в том доме, потому что на управление домом берет управляющая компания меньше, там, да, будем с этим разбираться. У них текущий ремонт значительно ниже или там почти равен нулю. Поэтому все остальное понятно. Или, например, о, а почему у них там на аварийную службу заложено столько, у нас столько. То есть у людей появятся вопросы, не просто почему у нас такой тариф. Они придут к управляющей компании и говорят, поясните. Но это когда система охватит всех. Я считаю, что не все управляющие компании, мое мнение, перейдут на эту систему. Там, я сейчас не говорю про ситуацию этого года, вообще в перспективе. Многие управляющие компании, точно так же, как сейчас отвалились ряд управляющих компаний, когда пришли на прямые договора, потому что они не смогли там, раньше аккумулировали какие-то средства у себя, там, в том числе за другие ресурсы, сейчас как бы их нет. Часть управляющих компаний ушла. Я считаю, что следующий этап выживут те управляющие компании, которые будут наиболее клиентоориентированы, наиболее прозрачны для жителей. Там, да, вот они останутся, и люди, там, я всегда людей думаю, хорошо, они увидят и скажут, нет, вот эта управляющая компания нас не устраивает, потому что она не хочет быть прозрачной, а эта управляющая компания, это, они вот,
нас устраивает. А вот смотрите, некоторым управляющим компаниям это может быть неинтересно, а вот есть ли какие-то типы домов, для которых может не подойти спецсчет для текущего ремонта? Вот пока при ремонту говорят, что такое, если у вас очень старый маленький дом, то лучше питаться из котла. Аварийный, ну, поймите правильно, маленький дом, он должен понимать, если у нас два жильца, ну, там два не попадают, а четыре попадают под управление, да, и ты должен понимать, что ты купил, ну, вы живете, значит, у вас и тариф тогда должен там 50-60 рублей быть, ну, чтобы содержать. Вот в чем вопрос. Просто здесь есть маленькая уловка, когда приходят дома, да, там и говорят, давайте мы за 10 рублей будем управлять, мы управляем домом, когда пришло что-то ремонтировать, мы говорим, все, мы от вас отказываемся. И дом... А и здесь будет видно жильцам, что они видят и как видят, да, что, извините, ну... Тут единственное, просто вот неизбежно новая составляющая – это ведение счета. То есть оно небольшое, но оно будет иметь, и люди к этому должны быть готовы. Точно так же, опять же, как и по капремонту, там есть стоимость ведения этого счета. То есть оно... Егора, у вас кто, простите, этим занимается? А у нас по решению общего собрания занимается этим управляющая компания. То есть мы определили сумму, по которой занимают, собственно, это ведение счета. Угу. То есть они ее выставляют точно так же у нас в квитанциях. Михаилу нужно бежать. Я вас перебила, договорите. Нет, я все. Нет, может, какие-то вопросы еще просто. А тогда вы у нас представитель законодательного собрания. Может быть, вы представляете, какие могут быть с точки зрения законодательства сейчас пробелы именно по этой части, которые нужно бы решить, чтобы распространялась эта практика? Сейчас, или уже все? Сейчас пока, ну, с учетом того, что это есть в других регионах, следовательно, я каких-то глобальных вещей не буду, но на примере вот этого дома, безусловно, буду активно там смотреть, подключаться, что, какие правовые основы необходимо, если они будут появляться, как-то влиять, изменять, потому что я считаю, что здесь, повторюсь, в первую очередь, это защита собственников, поэтому я буду всецело поддерживать эту идею. Вот, я надеюсь, что правовых основ никаких там по сравнению с тем же Свердловском у нас нет. Вот, но в большей степени здесь я вижу распространение этой информации после удачного опыта, безусловно, смотреть, как это произойдет там, через месяц, там, два, для того, чтобы другие дома как минимум это увидели, для себя принимали какое-то решение. Потому что очень важно, вот тот этап, который у нас прошел, опять же, по фонду капремонта, когда открытие первых спецсчетов было информационно не подогрето. Дома не понимали, зачем это им нужно. Они не знали, и до сих пор многие дома говорят, зачем нам спецсчет. То есть у людей нет информации об этом. Поэтому я считаю, что здесь, безусловно, и там и средства массовой информации, и активисты, и общественная палата, мы должны взять на себя там эту информационную работу для того, чтобы донести абсолютно прозрачно, без давления до всех максимальное количество собственников, чтобы они просто понимали. И это тоже у них такой выбор есть. А есть ли какие-то минусы, которые вы обнаружили уже спустя несколько месяцев? Ну, в первую очередь, главный минус все-таки это неплательщики, так скажем, да. То есть, если кто-то не платит, это сейчас становится четко видно. И с одной стороны, это минус, с другой стороны, мы сейчас понимаем, что действительно люди, которые не платят, у них есть мотивация платить, потому что они видят, куда платить, за что платить и так далее. Потому что даже на этих же общих собраниях очень часто люди говорят, что вроде, а за что мы платим? Сейчас же люди видят, куда они платят и за что. И поэтому часть людей, которые раньше не платили, начинают платить, потому что они четко понимают, за что платят. Потому что если раньше они, скажем, видели, что ну вроде дворник есть, а вроде его нет, вроде уборка была подъезда, ну там через какое-то время кто-то прошел, уже испачкал. Вроде как бы и работает управляющая компания, но какой четкой работы нет. И что именно все деньги, которые мы платим, они используют на содержание дома, да, там, ну, за учетом каких-то там нюансов по управлению, то сейчас мы, в принципе, четко видим, вот есть текущий ремонт, вот есть деньги, которые мы можем управлять, и мы понимаем, что вот если, например, там какая-то квартира не платит, да, мы недополучаем наши деньги. И, соответственно, мотивация там для соседей, для этой квартиры уже есть, сказать, что ты заплати. А были такие разговоры? Были. Были такие разговоры, и уже общались с соседями, и кто-то начинал платить, действительно, у кого там не совсем печальная ситуация, да, то есть люди, есть некоторые люди, которые могут платить, но они не платят по той или иной причине. То здесь после разговора с соседей они все-таки
начинают относиться к этому по-другому, потому что одно дело, когда к тебе пришла управляющая компания, сказала, ты нам заплати, либо пришел пристав. Другое дело, когда тебе сосед, которого ты знаешь, которого ты видишь каждый день, тебе говорит, а что ты не платишь-то? Вот ты не платишь, а у нас крыша капает. Вот и все. А скажите, как это выглядит для плательщика? Это единая квитанция, которая приходит от управляющей компании, или это плюсом еще одна дополнительная? И... Это у нас, да. Компания единая, ну, ничто есть, не меняется. Да, то есть он... управляющая компания просто часть этих средств сразу с каждой платежки. Нет, вот, нет, неправильно, понимаете. Вот есть платежный документ, да, открыт спецсчет, и все деньги собственников приходят на этот спецсчет. Управляющая компания на свой счет может, ну, как мы только что, ну, предварительно говорили, это управление, уборка, оно как агентом, это оно себе перечисляет. Оттуда? Да-да-да, ага. Оттуда. А все остальные деньги, которые не разрешили собственники перечислять, они остаются на том счете. Все. Ну, то есть это не то, что мы рубли с платежки на какой-то счет закидываем, нет, это нет. Управляющая компания берет на то, на что мы ей оно, разрешили. Оно будет, остальное да, агент, купится. Все правильно. Оно будет агентом, разрешает. Оно может взять те деньги, которые вы разрешили, собственник разрешил. Все. Остальные деньги остаются на его счете. Ну, на содержание, скажем так, дома. На содержание дома она берет деньги, а все остальное там остается. Угу. Которое она смогла убедить собственников, что эти деньги на содержание идут на их дом. Тяжело убеждать. А, ну, всегда же тяжело у нас. Просто так никто не хочет с деньгами расставаться. Ведь. Особенно, когда управляющая компания, вот, видимо, такая тенденция, что ли, у людей сложилась, что ну, как бы платить управляющей компании, она все равно там эти деньги куда-нибудь денет. А сейчас ну, проще будет объяснить человеку, куда эти деньги. Не управляющая компания будет девать, а все-таки собственники будут эти деньги девать. Ну, вот смотрите, очень много законодательно наказывают управляющую компанию и неправильное начисление, да? Вот сегодня пришло, что в Госдуму ну, как бы будут тоже наказывать ресурсников за неправильное начисление. Ну, я могу вам... За технические ошибки, что да, ли? Да, какие-то? Да, я сейчас могу вам зачитать, что сегодня пришло, как общественное. Это к тому, что... Так, в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об административной ответственности РСО и региональных операторов по обращению с СКО за неправильное... Неверный расчет платы за коммунальные услуги. Этого раньше не было. Вот. И это к чему я говорю, что и этого раньше не было в управляющих компаниях спецсчет МКД, да, чтобы нам с вами было проще общаться, ну, с управляющей компанией, да. Вот мы разрешили ей рубль забрать с наших денег, она рубль забрала. Не можешь ты за рубль управлять? Мы пошли искать, кто сможет за рубль управлять. Ну, так. Угу. Утрировано, конечно, что не рубль там, но как договориться, ну, да, управляющая компания должна работать с населением и убеждать, что, ребят, вот вы хотите консьержу, да, так, она за 16 рублей в тарифе вы консьержу-то не посадите, это будет стоить там условно там 20 или 30 рублей, вот в чем вопрос, чтобы хотелки собственников совпадали с возможностями. И тогда уже будет понятно, что куда, что, как уходит. Вот и все. Это то же самое встает вопрос о вознаграждении, да, ну, там, активистов, там есть ну, столько этого квадратного, чтобы это тоже было прозрачно. И тогда собственники, я так понимаю, дома будут спрашивать активистов, кто получает денежку, а за что вы денежки-то получаете? Ну, если... и ему не так обидно будет работать бесплатно, потому что ну, он да, сможет да, не да. работать бесплатно. Ну, нет, одно дело, ты можешь... Смотрите, в чем вопрос. Когда я председатель, ну, я утрированно говорю, а председатель, где мне там... Или активист, сказали, с квадратного метра там рубль, ну, условно там, да... то, соответственно, меня спрашивают, а что ты сделал? А я говорю, а вот я хожу в управляющую компанию, проверяю, как они деньги тратят. Так у тебя же функция-то другая, да, с ними делать, чтобы какие работы нужны, да, там, работать с собственниками. А сейчас это будет прозрачно, зачем тебя спрашивать, как управляющая компания, куда деньги тратит? Ну, такая, скажем, чтобы человек, если бы он назвался старшим по дому, он должен понимать, что функция-то не только ходить и спросить, что там делать, а согласовывать работы там, еще что-то, и активизировать население дома, да, давайте принимать решение, тогда у нас что-то сдвинется с места. Сколько стоит иметь этот счет? Ну, это как услуги банка, да. Это же самое-то интересное, видите, в чем вопрос? Расскажите конкретно нет, на ну, цифрах. Вот смотрите, юрлицо, ну, как бы 1000 рублей, там, 1500, ну, стоит в месяц, да, но смотрите, в чем интерес. Тут же тоже как бы собственник имеет право искать банк. Ну, как бы, да, представьте. Выбор банка. Ну, выбор банка, да. Он представляет, он приходит, я буду там, и банк будет понимать, сколько конкретно ему денег приходит
И эти же деньги-то, вот условно говоря, и же вот за текущий ремонт, они как на депозите у банка-то будут лежать. Ну, я так грубо говорю, потому что не собрали там на 20 тысяч, ты ничего не сделаешь, надо дождать там до 80, до 100 тысяч, да? Значит, у банка минимум полгода, год деньги эти лежать будут на счете. Ему же тоже, ну, это интересно. Соответственно, маленькая копеечка там тоже будет храниться. Ну, копиться уже такое. А, ну, то есть на эти средства еще начисляется какой-то, ну, да, процент? Это, ну, да, там. Банка это можно, это, с банком можно договариваться, это тоже другой алгоритм, но уже собственники, ну, да, принимают, да, решение и говорят, давайте мы положим. Это если так, уже глубоко так. Да. Угу. А, вот и все. То есть вечный главный вывод всех разговоров по теме ЖКХ, надо просто всем интересоваться, быть активными и... Ну, хотя бы выбрать тех активных людей, которые, да, представляют их интерес. Спасибо. Про спецсчета первый в Кирове опыт собирания денег на капитальный ремонт. Вот уже не капитальный, на текущий ремонт. Обсуждали мы сегодня с экспертом общественной палаты Игорем Кучневым, председателем Совета Дома Северосадовой 1А Егором Попыриным, первопроходцы «Смельчаки», и директором управляющей компании, тоже смелый, Кипрей Дмитрием Бояровым. Благодарю вас за разговор. Надеюсь, в следующий раз... Михаил Ковязин, депутат законодательного собрания, тоже был с нами, но вынужден был дальше бежать по своим делам. Благодарю вас за разговор. Спасибо. Полезный город.